Ребята, всем привет! Вот появилась возможность заснять краткий обзор снегоуборочной приставки Целина марка SP60. Производится данная приставка уже второй сезон. Характеристики у данной приставки. Это получается максимальная ширина захвата 600 мм, высота 250, дальность выброса снега до 10 метров, управление поворота желобом на руле мотоблока, натяжитель цепи привода шнека, съемный регулируемый подрезной нож. В комплекте идет габаритные размеры, указаны на маркировке снегоуборочной приставки. Вес ее 46 кг. Достаточно тяжело. Сейчас мы ее попробуем открыть, посмотреть качество сборки, внешний вид. То есть каждая приставка идет с завода-изготовителя запечатана заводским скотчем. То есть при получении наши клиенты получают именно вот такую вот упаковку. Обратите внимание, никаких повреждений на коробке не должно быть. Если при получении есть внешние повреждения, вызывайте сотрудника транспортной компании и составляйте акт в его присутствии. Только тогда мы сможем решить проблему, если в период транспортировки были какие-то повреждения. Давайте откроем. На данный момент приставка продается, продаются приставки очень хорошо, так как альтернативы на рынке практически никакой нет. Так что, ребята, советую тоже вставать в очередь за этой моделью приставки. По комплектации, то есть идут болты, полный комплект болтов для сборки этой приставки. Инструкция по эксплуатации. Инструкция эксплуатации на русском языке. Гарантийный талон в самом паспорте. Гарантия на приставку 1 год. Обратите внимание на дату изготовления. Ноябрь 2017 года. На данный момент спрос на эти приставки превышает предложение. То есть производитель не может изготавливать столько приставок, сколько нуждаются в них наши покупатели. То есть по всей России мы отправляем такие приставки. В комплектацию идут. Так, давайте паспорт откроем, так проще будет посмотреть, что вообще туда идет. Так, сама снегоуборочная приставка. Ремень должен быть в комплекте. Так, ремешки в комплекте есть. Руководство по эксплуатации тоже было. И написано, что идет пакет с комплектующим крепежом. То есть мы его уже тоже смотрели. Так, давайте дальше. Желоб, ребята, идет массивный, мощный, хороший, широкий. Самое главное. Давайте попробуем достать саму приставочку. О! Реально. Развернем. Приставка тяжелая, толщина металла ковша. Сейчас мы попробуем ее замерить. Пальчик, поверти, пожалуйста, приставочку, чтобы люди могли видеть, как она выглядит со стороны. А я... Обратите внимание, что цвет приставок стал желтый. Буквально месяц назад производитель Целина стали выпускать свою продукцию в фирменном цвете. Цвет желтенький. Толщина металла. Так, толщина металла ковша. Так. Грусланчик, посмотри, что-то я не могу понять. Даже двойка, по-моему. Выполнено все грамотно, качественно. То есть желоб вот так будет вращаться. 3 миллиметра показывает. 3 миллиметра? 3. Толщина получается 3 миллиметра ковша. Но это реально видно, что ковш мощный. То есть, да и, видимо, весь металл, из которого она выполнена,
составляет 3 миллиметра. Сам шнек вращается. Шнек тоже сделан неплохо. Это 2. Швы сварочные тоже сделаны качественно. Так что ничего в период эксплуатации не должно повлиять, чтобы их сломать, оторвать. Но если мало ли даже такое случится, можно будет к нам обращаться. Всегда мы проблему решаем быстренько. Обратите внимание на лыжи. Лыжи тоже выполнены из металла, достаточно крепкого. То есть есть возможность регулировать высоту приставки. Если снег повыше, можно на 10 сантиметров или на 8 ее приподнять. Ну и так вот внешне хотелось бы показать вам, чтобы при выборе для себя снегоуборочной приставки вы могли оценить. Ну, посмотреть ее вживую, я думаю, так будет гораздо приятнее, чем просто смотреть на фотографии. Так что, ребята, на сегодняшний день в нашем интернет-магазине данная приставка стоит 11,5 тысяч рублей. Я считаю это предложение очень выгодным. Так что заказывайтесь, не переживайте, что вас кто-то обманет, магазин наш работает. Подписывайтесь также на наш канал, ставьте лайки, уверен, что в дальнейшем мы будем снимать очень много обзоров на различные инструменты. Ну и также хотел бы вас попросить, если вдруг кто-то хочет что-то для себя приобрести, ну вообще в интернет-магазинах из электробензоинструмента, но нет возможности посмотреть его, можете сделать нам запрос, и мы с удовольствием для вас снимем краткий обзор на эту позицию. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому видео наше понравилось. До скорых встреч!